На этой неделе все только и обсуждают. Ольга Бузова наконец-то купила квартиру в Москве. Где теперь певица не делится этими достижениями? И в соцсетях, и в интервью. А тут вот рассказала подробности на премии «Прорыв года». В откровенном платье с разрезом до бедра теледива позирует перед камерами. В руках Бузовой ценная статуэтка. Девушке вручили награду «Певица года». Но это еще цветочки по сравнению с ее главным достижением осени. Мне очень важно, что наконец-таки у меня появился свой уголок. Ну, как сказать, уголок? Не уголок, а огромный угол, там более 200 квадратов. И даже несмотря на такие новости, победа в главной номинации «Прорыв года» досталась не Бузовой, а Ксении Собчак. Чего стоила одна ее свадьба в катафалке и с эротическими танцами? Ну а что стало достижением года для других гостей премии? Дочь моя, ее прорвало, она заговорила. Мы завоевали самую благодарную аудиторию, а это дети. На самом деле у меня случился трек просто классный, который вот сделал такой прорыв. Ну для меня лично, для музыканта, и вот я очень этому рад. За композицию артиста отметили в номинации «Трек года», а Сергей Жуков стал хитмейкером года. Церемония награждения прошла 10 раз подряд.